Ребята, всем привет! Сегодня мы поиграем с вами в Кибермоушен. Суть этой игрухи в том, что мы с вами робот, которого собирают инженеры-конструкторы. Мы с вами вообще нифигашеньки не умеем ничего делать, даже ходить, толкать, и вообще у нас даже нет головы, мозгов у нас даже нет. Так что сейчас мы находимся в подвешенном состоянии, вот в таком вот, смотрите. Вот в таком вот подвешенном состоянии. И все, что мы можем, это только вот так вот, своими костылями вот так вот, хоп. Хоп, ух ты, у меня даже это получается, вы посмотрите. Оу, кажется, я завалился. Да. Теперь мы коленочками пытаемся подняться. Давайте, давай, бежим. Ой-ой-ой-ой, все, кажется, я перевалился. Очень плохо. Бальные танцы. Поднимаем коленочку. Похоже на бальные танцы, да, похоже. А если мы будем делать ножками быстрее? Ага. В общем, знаете, тяжела и неказиста жизнь робота. Особенно, когда ты пытаешься адаптироваться к окружающей среде. Ну, к нашей, людской. Придется перезапустить. Походу, что такими темпами я никуда не убегу. Да. Ну, это какая-то лезгиночка. Ладно, ресет. И да, ребята, вон там вот у нас стоит плазма, где нам показывают, какую кнопку жать, чтобы мы подняли ту или иную ногу. То есть на E это у нас поднимается левая нога, на Q это у нас правая нога. И, в принципе, все неплохо идет. И шагает, само собой. Попробуем заново. Я думаю, что нужно сделать так, чтобы робот начал падать. Вот он сейчас падает. Хопа, нога. Шпагат. Шпагат выдвинулся. Блин, опять я на карачках. Слушайте, у меня не робот, а алкаш какой-то. Хотя вот что-то поперло. Поперло. Нужно, короче, вот эту фиговину толкать, которая меня держит. И тогда я прям бегу. Спринтую, вы посмотрите. О, на серебряную медаль даже претендую. Отлично. Ладно, давайте посмотрим. А, мы сейчас можем либо ресетнуть еще раз, если нас не устраивает этот результат. А меня он, в принципе, устраивает. И давайте нажмем Enter, посмотрим, что нас ждет на следующий день. Level 2. Так, продолжаем ходить, я так полагаю, да? Только у нас уже убрали экранчик обучающий. Опа, препятствие. Первое препятствие. Так, чуть не споткнулся. Чуть не споткнулся. Ух ты, бежим. Там на Ctrl что-то было, но... Мы без контрола прошли на золотую медаль. Слушайте, ну-ка давайте-ка продолжим. Мне только интересно было, что же контрол делает, но мы сейчас это узнаем. Так, Space. Давайте контрол я нажму. А, контрол это группироваться, смотрите, вот оно что. То есть мы тут болтаемся, какая-то. Больше похоже, кстати, сейчас на пылесос какой-то, слушайте. Пылесос и шланг. Или может даже это откачка воды, ёкарный. В общем, я ресетнулся, и я готов приступить к преодолеванию двухэтапной преграды. Тут смотрите, сколько матрасов настелили. Так, давайте замедлим. О, как мы медленно двигаемся. Фу, как он, slow motion, блин. Там, кстати, я вижу какие-то конфеточки в контейнерах лежат. О, там даже глаза чьи-то валяются. Надеюсь, это не наши глаза будущие. И группируемся, хопа! Короче, нужно попробовать следующее. Смотрите, мы сейчас с вами разгоняем эту каталку. Прям возле матрасов начинаем группироваться. И эта каталка, по идее, должна нас прокатить мимо этих матрасов. Ну-ка, давайте попробуем так и сделать. Ну, давай, ползи. Кстати, ногами шевелю я при помощи клавиш, так что... Оу, я на скейт упал. Давайте, ну-ка, группируемся. И каталка нас действительно катит. И на золотую медаль, кстати, прошли. И я даже не обратил внимания, что там скейт был. Ну, как бы, ну, я увидел, но... Ну, скейт и скейт, ну что, блин, роботы на скейтах не катаются, что ли? Так, ладненько. Хочу продолжить, но вернуться на один левел назад. Потому что мы его закончили не очень хорошо. Давайте левел селект выберем. И... Так, мы вернулись на этот уровень, и сейчас мы попробуем раскатать нашу эту держалку. Группируемся. Ах, не получается, слушайте, не получается так. Не хватает у нас скорости. В общем, я еще слишком медленный. А вот на старт я вполне могу заехать. Оу, ей. Ну, блин, все равно бронза. Надо переиграть. Это не камильфо. На бронзу мы же знаем, что мы можем на золото, правильно? Давайте сейчас переиграем по-быстрому. Ну-ка, давай. Побежали. Спринтуем. На старт, внимание, Марс. Марс, давай до Марса. Какой марш. Давай до Марса. Я верю в тебя, мы полетим на Луну. Ух ты, как мы прям на коленочках до золотой медальки-то добежали. Не каждый человек так умеет бегать. Так,
New level unlock. Ух ты ж, круто, у нас новые уровни разблокировались. Ну давайте посмотрим на эти уровни, что там. Что там такого? Ах, да, у нас же есть апгрейд. Прежде чем мы начнем, давайте, наверное, апгрейдим что-нибудь. Что у нас здесь есть? Давайте посмотрим. Мы можем пришпандорить голову. Руки. Я вот пока не представляю, зачем нам нужны руки, если мы не научились еще толком ходить. Ступни. Какой-то процессор, который помогает нам... А, это slow time, медленное время, то есть замедление времени. Так, что это у нас? Гиростабилизатор. Stun protection, защита от оглушения, грубо говоря. Но пока это тоже нам ничего не нужно. Да и денег у нас пока нет. Ладненько, пойдем кататься на своих двоих. Ну что ж, level 5. Давайте посмотрим, что ж нам тут придумали разработчики. Как они еще хотят нас тут ушатать-то? Так, нам говорят, типа... Slow motion, press space. Ну давайте нажмем, хорошо. Ух ты, как мы побежали-то. Группируемся. И докатились просто до финиша. Отлично, все идет по фэншую. Все гладенько, мы прям... Знаете, мы похоже учимся как Эйнштейн. И даже лучше. Ладно, шестой левел. Прям все так схватывается на лету. Так, control, hold control. Ладно, сейчас. Ага, вы посмотрите, что тут для нас придумали. Сейчас мы так и будем бегать. Опа. Опа. Я, конечно, могу это все дело перелететь, нажав Ctrl, но я боюсь, что нам не хватит толчковой силы, да. Мы болтаемся, как мешок, набитый с мусором, и ничего не происходит. Ладненько, давайте ножками-ножками поработаем, а то эти эскалаторы... Эх, упал. Блин, и коленки тут не помогут, смотрите, все. Я назад поехал, придется ресетиться. Придется ресетиться. Побежали, побежали вперед. Давай за победой, вперед, разгоняемся, группируемся, блин, кирпичик, я понял, группироваться здесь необходимо только ради кирпичика, по-другому никак, ладно, ресетаемся. Фух, попробуем сейчас этот кирпичик просто перелететь как балерина, хопа, 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 опа, телефон еще тут звуки всякие. Ай, споткнулся, ай, мой коленочка. Ладно, ресетик опять. Ну что, сейчас нам необходимо не повредить коленку. Побежали, 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 давай, 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 давай. Ну же, ну же, я же знаю, как ты бегаешь. Чё ты стесняешься? Может тебе башку приделать, когда у нас деньги появятся? Да блин, да что ж ты будешь делать-то, а? Как каракатица. Итак, включаем первую передачу, давай. Первая. Это левая. Правая. Левая. Правая. Как в армейке, давай маршируем, маршируем. Так, шажок. И тут теперь сейчас надо перешагнуть. О, получилось. Бежим, 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 бежим. Вы посмотрите, как понеслась. Давай, докатывай. О, просто. Все, идеально. Идеалити. Так, обобалити, блин. О, вы посмотрите, какая нас горочка ждет. Сейчас-то мы ее пройдем, как нефиг делать. И не такие препятствия нас тут встречали. Так. А теперь падаем. Блин, кажется, я себе пятку повредил. Такой звук был стрёмный. Так, надо повторить, надо повторить. На бронзу не пойдет. На бронзу, не-не-не, нифига. Ну давай, пошла, покажи же мне свою мощь. Так. Ну. Блин. Идет бычок, качается. Сейчас он упадет. Так, ресетимся. Я привидел это. Как это говорится, вангую. Так, давай. Кати свою колымагу. Ну же, ну же, ну же, ну же. Сейчас мы с тобой как полетим отсюда, как и хотели. Группируемся и... Золото! Вот так вот лучше. Вот это хорошо, вот это по-нашему. О, новый уровень, усложненный. Ну, давайте посмотрим. Теперь нам, кстати, будут давать поинты, за которые мы сможем... Ну, я так полагаю, это деньги, за которые мы сможем апгрейдить нашего робота. То есть... Давайте сейчас посмотрим, что у нас есть, что-нибудь нет. У нас нифига нету. Ничего у нас нету. Ничего. Ну что ж, пойдемте зарабатывать бабло. Ну-ка, давай, 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 давай. Опачки. Там шведская стенка. Тебе до нее еще пока рановато, так что давай покори сперва лавочки. Да. Лавочки тебе не покорились. Пошла жара, давай. Вот так вот. Вот, лавочки-то. Слушай, это тебе не по матрасам ходить. Ну же, ну же, ну же, ну же, набирай обороты, моторчики свои заведи, да ёшкин ты матрёшкин, давай, давай. Блин, как он только там не изгибался, не изворачивался, лишь бы не упасть, и
Мы получили золото и 600 поинтов, офигеть. Вот это я понимаю. Новый левел unlock. Ладно. Посмотрим на новый левел. Полегче, 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 ребят. Вы что меня толкаете-то? Так, группируемся. Прыгнули как балерон настоящий. Блин, опять. Опять группируемся. Так. О, так у меня башка. Смотрите, башка появилась. Я не обратил на это внимания вообще. Так, бежим. А, бронза, фигня. Фигня, бронза. Так, там что-то еще какая-то кнопка у нас появилась на W. Давайте попробуем W нажать. Шлюпс. Welcome. Ага, типа с добрым утром. Да блин, надо было сгруппироваться. Не успел. А, с добрым утром. Ну что ж, давайте. Хоп. Хопа. Просто как, знаете, истинный паркурщик. С одного матраса на другой прыгать будем. Так, ладненько, давайте еще раз ресет попробуем. Сейчас быстренько группируемся. А, промахнулся. Вот так вот тебе. Так, опять группируемся, сальтуха. Опс, кажется, вот это дело я как-то не учел. Ладно, ресетимся. Хопа. Блин, все-таки он успел, все-таки он успел. Выгибаем ногу. Поза номер 34. Прими форму стула. Что-то из этого разряда. Ладно, ресетимся. Давай, 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 пошла, 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 пошла. Ну, давай, давай, кузнечик, прыгай. Вот так вот, молодец. Прям солдатиком вошел в финиш. Обалденно, вот это я понимаю. Так, давайте попробуем зайти в апгрейды и посмотрим, что же там можно апгрейдить-то нам. Вот, вот. Давайте ступни, может, прибамбасим. Да, ступни хочу, хочу ступни. Можно ступни? Я не вижу, правда, сколько они стоят. В общем, так как игруха пока на альфе, видимо, я тут еще недопонимаю, как это все дело покупать. А, нет, смотрите, ребят, ступни-то появились. Ступни мы купили. Офигенно. Прям вот как надо. И, кстати, на буковку А мы теперь можем как-то ползать. Правда, рук-то у нас сейчас и нету. А-а-а. Все, ребят, я понял. Нам нужно купить руки. Здесь-то мы без рук никуда и не денемся. Так что пошлите в магазин за запчастями. Апгрейд. И покупаем наши ручки. Ручки, рученьки мои. Так, ресетаем уровень. А, кажется, на руки-то денег-то у меня особо-то и нет. Робот такой услышал. Как денег нет? Ну я тогда спать. Зато пресс могу покачать, чё. Качаем прессуху. А, во, можно. Можно как-нибудь так вот перепрыгнуть. Ну, это, нет, это Unreal. Блин, ну конечно. Вот, наконец-то. Вот они, наши ручки. Прикупили мы ручки. Сейчас у нас дело все попрет. Так. Эй, не в ту сторону. Блин. Ай. Пошагали как солдатик. Тут падаем. Опс. Как бы мне тут сейчас... О. Как-то выбрались, слушайте. Ха. Офигеть. Он, знаете, мне кого напоминает? Брейкдансисты танцуют такую штуку, как называется, змейка такая. Вот что-то типа того. Волну, короче, лежа, вот они делают, брейкдансисты. Ой-ой-ой, кажется, я себе голову свернул. Что ты делаешь со мной, робот? Ну подожди, давай чуть-чуть. Вот, наконец-то. И нифига мы не заработали. Ладно. Короче, сейчас попробуем. Я, кажется, допедрил. Чё да как тут делать? Просто прыгаем. Начинаем толкаться. Давай, давай. Ты же дистанцию проходишь на время. Как в армии, давай, ползи, тягай свои мышцухи. Хотя какие у тебя там мышцухи, у тебя там дрова какие-то. Ладно, ресетимся, ресетимся, ребятки. Так. Давай, пошли, 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 разгоняемся, разгоняемся. И падаем, просто, ай. Поздно, поздно я упал. Еще разок. Хоп, хоп, падаем. Да блин, опять я своей черепухой чуть стенку там не пробил. Точнее, ящик. Вот, пошла жара. Ну, давай, толкай. Слушайте, у меня моторчики на руках очень какие-то слабенькие. Надо их подкачать. Надо их подкрутить, нужно чем-нибудь их зарядить, я не знаю. Очень медленно я передвигаюсь руками своими. Ну что ж, пошла жарень. Побежали, побежали, тут падаем, падаем. Пуф, споткнулись. Давай, работай своими мышцами. Все, улитка. Пошла улитка, ребят. Если на ногах мы еще как-то могли передвигаться, то теперь все. Руки, тем более у нас там на руках какое-то, я не знаю, колесико или что это там, резинка, прокладочка какая-то надета. Фиг его знает. Ага, ноги мне тут сейчас не помогут.
А вот если я сгруппируюсь вот так вот, вот это вот уже другое дело. Слушайте, надо по-любому Ctrl использовать, чтобы мы там как-то кувыркались, что-то как-то использовали. Побежали. Хоп. О, видали, как я голову потерял? Все, кажется, да. Я даже ничего не могу делать, никак не могу подвигаться, потому что без головы. Блин, не ожидал, что тут реально можно голову потерять. Так. Блин, ну сальтуху не вариант вообще тут делать. Делаем шаг. Второй, падаем. Вот так, и пошла жара, давай. Ну, толкай себя, давай. Ну, да чуть-чуть осталось, давай. Вот тут вот сальтуху делаем, вот такую вот. О, серебряная медалька. Ну-ка, давай-ка ресетик еще разок. Сейчас попробуем. Так, делаем шаг. Второй. Группируемся, падаем как-то непонятно. И начинаем толкаться. А там сейчас сальтуху замутим. Уже под конец. Давай. Еще чуть-чуть осталось. Да блин. Там этот долбанный матрас закосячил мне руку. Точнее, рука в матрас. Да вы что, издеваетесь, что ли? Я себе сейчас голову повредил. Еще раз голову повредил. Опа. Да. Короче, серебряное это максимум. На данном этапе, ладно, идем дальше, посмотрим, что у нас сейчас здесь будет. Воу-воу-воу, чувак с клюшкой, это очень опасно. Это очень-очень-очень. Ладно, давайте попробуем. Чувак, я на тебя иду. Если бы это был человек, мне кажется, что он челюсть бы разбил ему. Так, зато я могу вот так вот. Что это? Я встал на мостик? Офигеть, я встал на мостик. И вот так вот. Блин, почему я не могу чуваку пендаля засадить? Вот так вот ему. Коленочкой. Ну да, там же, знаете, у роботов есть такая... Там, короче, у робота три заповеди, и одна из них — это не навредить человеку. Вот, так что мы ничего человеку не можем сделать. Стой. Опс. Развалился сразу же. Так, идем. Группируемся вот так вот. Ага, промахнулся, да? Блин, черепух себе повредил. Так, а попробуем встать. Ну, чё, поползем. Ладно, ползем. Тут как бы такая методика прокатить должна. Бронза. Не, бронзу на бронзу чё-то как-то не хочу. Хоп, хоп, группируемся. Ага, профукал момент, да? Так. Там у нас все закончилось плохо, так что повторяем. О, вот это он меня швырнул, слушайте. Тебе не жалко ли швырять этого робота, которого ты делал полтора месяца или года, сколько ты там делал с ним, что ты там с ним делал? Нажимаем D. Переворачиваемся и побежали до финиша. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну пяточка на финиш зашла. Ну же. Не получается. Ладно, рассадимся. Ну что ж, попробуем последний разочек. Хопа. Ой, блин, прям по каске прилетело. Так, ладно, давай. Локтями. Ползем. Локтями. По-армейски. Ну слушайте, в принципе, так тоже можно до финиша добежать. Новый вид ходьбы робототехники. Ну, чуть-чуть логоточками давай. О, ладно, ребят, давайте на этом закруглимся. Если вам это было интересно, как у нас мучается робот и адаптируется к нашей среде, то ставьте лайки, не забывайте подписываться, чтобы следить за новыми сериями, и с вас обязательно комментарий. Ну а мы с вами увидимся на новом испытательном полигоне. Так что до встречи и пока.